взял и поехал. Да это, наверное, чудо. Ну остановись, я тебе сейчас все скажу. Пишем на вызов, реально. На какой вызов? На какой вы вызов? На как куда? Вы херячите 140. И что теперь? Вот ты видел, что у тебя разбито лобовое стекло? Что да-да-да, блядь? Друзья, вот вам пример того, что охеревшие ребята едут с разбитым лобовым стеклом и рассказывают о том, что да-да-да-да. Вот сейчас мы, дай бог, если их догоним, расскажем им, что это такое. Погнали.